Утонченный лунзин, китайский зеленый чай от интернет-магазина Чебауру, аромат сухой заварки на прогреве дыхания, не яркий, орехово-зеленый, чайный лист, не фрагментированный, цельный. По проливам берем 2,5 грамма сухой заварки и завариваем на 100-миллилитровую китайскую фарфоровую гайвань. Промывка 80% от нормы. Первый пролив 100% от нормы. Второй пролив 100% от нормы. Третий пролив 90% от нормы. Четвертый пролив 80% от нормы. Пятый пролив 60% от нормы. И шестой пролив 40% от нормы. Первые проливы только быстрые. Чай заваривается очень интенсивно и быстро перезаваривается, если задержать пролив. Идеально прозрачный на первых проливах и идеально чистый даже на промывке настой. Чай-чистюля. Вкус заваренного чая зелено-терпко-ореховый. Отдаленные печеные нотки. Начиная с третьего пролива терпкость сменяется на горчинку. Если планируете заваривать этот чай традиционным разовым завариванием с настаиванием, кладите меньше. Чай под квалифицированное заваривание остуженной водой, дабы избежать терпкости и горечи. Настой меняет цвет от идеально прозрачного и едва желтого на первых проливах, мутновато-зеленого на последних проливах. Итого, повседневная зеленка под завтраки и обеды, под периоды зимней-весенней слякоти, авитаминозов и ОРВИ. Всем спасибо за внимание, всего доброго. До свидания.